Война президента и парламента. В Венесуэле Верховный суд лишил парламент законодательных полномочий и взял на себя обязанности депутатов. В ответ председатель парламента Хулио Борхес обвинил президента в государственном перевороте. Еще в январе Национальная ассамблея Венесуэлы приняла резолюцию с требованием к Николасу Мадуро покинуть пост главы государства. Однако Верховный суд признал документ недействительным. Теперь, после фактического распуска ассамблеи, Борхес и другие депутаты призывают людей выйти на улицы в знак протеста, начиная с субботы 1 апреля, а вооруженные силы страны выступить в защиту демократии и конституции. На призыв уже откликнулись десятки людей, они выходят на улицы Каракаса в знак протеста против действий Верховного суда.